Сегодня мы поговорим не о том, что я сижу под столом, а о котах. Да, у меня есть киса там, где-то. Где-то мой котя. Так, в общем, ну, сейчас... найдешь. В общем, я не могу, ну, сейчас показать, хотя сейчас погодите, пару секунд. Ой, котик. Вот. Вискас. Посмотри в камеру. Пурка. Это Вискас. Он пушистый. Ой. Я обожаю своего кота. Вот. Ой. Вискас. Он вам хвастал, закрыл камеру. Простите. Ну вот, в общем, у меня такая штучка есть под названием косметичка. Вот, наверное, у каждой девушки это есть. И я вот как раз диском накрасилась вот таким. Это детский косметик. Мне все это 10. Вот. Еще у меня тут есть пудреница. Тух. Ну и куча таких вот типа. Ну, есть карандаш, конечно. Вот такой. И куча блесков и лекарств для губ. Если... скажите. Вам нравится мой макияж или изменить его как-нибудь? Значит, напишите в комментариях под видео. Вот. Я даже не знаю, что вам больше показать. Моя мама спит, поэтому я так тихо разговариваю. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Но если вы хотите, чтобы я погромче разговаривала или там что-нибудь сняла, как я танцевала с подругой, то еще раз подписывайтесь, ставьте лайки. И вот еще, может, я изменю себе прическу, может, подкрашусь, ну, косметику себе куплю, лак на нос нанесу. Так что все зависит от вас. Еще раз подписывайтесь и ставьте лайки. Всем удачи и пока!